сегодня 26 марта, приехал проверить по ловушке. Нигде. Вот первая. Никто ее не утащил, висит спокойненько. И вот свежие следы. Сегодня ночью был снег. Я смотрю, кто тут бегал. Ну что ж, буду скрывать. Я, наверное, ее ставлю всю недельку. Пускай постоит. Снимки скину, все, что получилось. Ну, это такая. Вторая еще. Ее не юзал. Посмотрим. Так, вот вторая ловушка живая. Никто ее не снял. Замечательно. Сейчас проверим, что там на ней есть. Скорее всего, нет ничего. Здесь какое-то место странное. И ветка мешает. Если ветер, то ветка шевелилась и попадала в камеру. Ладно. Красотища. Так, проверил вторую ловушку. Там ничего вообще не... Вообще пусто. Такое ощущение, как будто она выключенная была. Хотя... Я не выключал. Включил, вроде должна работать. А на первую посмотрел, там лисица будет ходить. Остальные я не видел. Там много кадров. Не знаю, какие удачные, потому что ветка перед ловушкой болталась. Если фотоловушки выживут, на следующей неделе их заберу. Или через неделю. Я сделаю обзор обоих. Плюсы и минусы. Так, все, снимки кинул к себе в фотоаппарат. Ой, в телефон. Идет дальше. Где-то вторая фотоловушка находится отсюда в 2 километрах. Еду ее снимать, проверять точнее. Снимаю, наверное, через неделю совсем. Погодка сегодня вообще шикарная.